Представляете, Света со второго подъезда тройню родила. Чего? Тройню родила Света с этого подъезда. Нет, милая. Представляете? Нет, кстати, нет. Вы что? А вы все знаете? Да. А ты думал, 40 лет живем, нет, как мы не знаем? Светлана, пятый этаж. Нет, дорогой, у нас даже беременных нет. Вы хоть раз видели дедушек, которые сидят на лавочке и обсуждают какие-либо вот эти вот сплетни, новости, кто наркоман, кто от кого родил, кто там женщина с низкой социальной ответственностью? Нет? Я ни на что не намекаю. Нет, я просто рассуждаю.